Великий, могучий русский язык. Сколько бы ни кричали специально нанятые интернет-тролли и прозападные либеральные кряклы об отсталости России и ужасах жизни в ней, объективная статистика говорит строго обратное. Авторитетное международное агентство W3Tax провело исследование, показавшее, что русский язык в 2013 году вышел на второе место по влиятельности в интернете после английского, опередив немецкий. Конечно, на русском создано только 6% страниц в сети, а на английском — 54%. Но по заключению экспертов, этот разрыв стремительно сокращается. О чем же это говорит? О двух очень важных вещах. Во-первых, в России, а также в близких к ней странах таможенного союза, растет количество активных пользователей интернет, что в свою очередь свидетельствует о росте благосостояния и технической грамотности людей. Но это не самое важное. Для огромного количества пользователей русский становится языком международного делового общения, подобно английскому. И связано это с быстрым экономическим ростом и постепенным возвращением России себе статуса мировой супердержавы, способной оказывать влияние на политические процессы далеко за своими границами. Наемные пиарщики в интернете, конечно, иронизируют по поводу роста ВВП России на уровне всего лишь 2,5-3% в год. Но простите, в Германии, по самым оптимистическим прогнозам, рост экономики в этом году составит 0,5%, а во Франции – 0%. В Италии и во всей Европе в целом наблюдается уверенное сокращение объемов ВВП и рост безработицы. Америка сохраняет внешнюю видимость относительного благополучия только на фоне колоссального государственного долга, проценты по которому она гасит за счет новых долгов и урезания социальных программ. Россия же, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, стала первой экономикой Европы и пятой планеты. Причем прогнозы по России, а также по ее партнерам из БРИК, куда более радужные, чем по так называемым странам Запада. И сегодня очень важно не поддаваться на провокации платных критиканов, а прилагать все усилия для развития нашей Родины, гордясь ее достижениями. Сила российского народа в единстве.